Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить что-то интересное. Сегодня я хочу затронуть тему отношений, но отношений достаточно уже глубоких. В том плане, почему, когда пара уже состоялась, уже встречаются. Конфетно-букетный период очень-очень давно позади, и уже наступают какие-то такие насущные вопросы. Дело ближе к браку, люди уже породнились достаточно очень серьезно, притерлись друг к другу, да, узнали друг друга основательно. И здесь наступает такая уже душевная, тонкая такая вибрация, да, которая, потому что вы же понимаете, что когда отношения, они идут через несколько этапов. Ну, хотя этот расклад, конечно, можно посмотреть. Кстати, не сказал, какой расклад. Расклад, будет ли он моим мужем. Вот, извиняюсь, не сказала. Этот расклад уже пора смотреть, как говорится, тогда, когда уже вы готовы к этим отношениям и ждете, возможно, руки и сердца от вашего партнера. Но также этот расклад, конечно, можно рассмотреть и, ну, на любой другой паре. Может быть, вы знаете, сейчас браки... Кто-то рано заключает браки, да, женится. Они как-то пораньше чувствуют какие-то люди, что им пора пожениться, да. Вот. Кто-то хоть завтра в ЗАГС позовет, да. А кто-то еще как-то вот пытаются, это зависит от людей, пытаются очень глубинно это рассмотреть, подойти с какой-то ответственностью к этому вопросу. Мужчины обычно, они немножко тянут с этим вопросом. Но там, как правило, когда я делаю расклады, мы смотрим, вот эти основательные причины, которые, возможно, мешают мужчине принять какое-то решение, либо он находится под давлением родственников, да, либо женщина не нравится там его родственникам. Ну, мало ли что, здесь может показать все, что угодно. И когда я делаю расклады, когда мне заказывают расклады, мы это чисто индивидуально все разбираем, смотрим, как всегда говорю, по датам рождения, по происхождению. Разбираем каждый такой расклад достаточно детально. Каждого человека разбираем детально, однозначно просматриваем по каждой карте человека, да. Мы очень много узнаем из расклада. Он нам очень много покажет. Всего тайного такого, что не видно простому, как говорится, вот вопрос простому глазу, да, что не видим мы зрительно, да. Мы же видим только поступки людей, а что внутри у человека, нужно заглянуть и посмотреть, что же у него внутри. И вот я хотела сегодня вот перспективу вот таких любовных отношений рассмотреть, достаточно глубоких, будет ли этот мужчина моим мужем. Вот, поэтому еще раз всегда, как всегда говорю, подключайтесь, если кому-то нужно, берите своего мужчину мысленно вместе с собой, да, вспоминайте ваши отношения, его слова, возможно, да, вот вибрации, которые между вами происходят. И можете подключиться, посмотреть. Если кому-то, как говорится, нужен будет расклад именно такой индивидуально, можете заказать у меня под видео. Есть все мои контакты. Пишите, звонить не нужно, потому что я могу проводить консультацию, могу быть занята. Итак, давайте посмотрим. Значение позиций. Здесь будет 6 позиций в этом раскладе. Всего лишь 6. Но они очень-очень важные. И я буду этот расклад сейчас смотреть уже не с той точки зрения, что он там думает, его мысли, чувства, как обычно, да, более легкая вибрация. Здесь будем рассматривать такие более глубинные вибрации, я постараюсь в них углубляться посильнее, так, поглубже. Ну, конечно, что увижу, и какая пойдет ли информация, либо вообще может не пойти информация, просто может карта закрыться, объект может от нас закрыться. Давайте посмотрим. Итак, значение позиции. Подключайтесь, кому нужно. Кто не успевает, ставьте на паузу. Это всегда не поздно еще раз пересмотреть. Интерес мужчины к женщине. И мысли они уже такие достаточно глубокие. Мы пропустим те мысли, которые просто думает что-то, да, создал какое-то впечатление. Здесь уже мысли о ней в таком достаточно серьезном ключе, да. И есть ли вообще такие мысли у мужчины? Тут что покажет? Что покажет? Вторую карту мне очень хочется назвать плодородие. Это сексуальность мужчины, его потенциал мужской. И вот значение всей вот этой вот карты входит его подсознательное отношение к женщине. И знаете, какое подсознательное? Как к матери.
матери своего будущего ребенка, вот это его потенциал, насколько он хочет воплотить свой потенциал в этой женщине, сексуальный потенциал, плодородный потенциал, насколько он это хочет сделать. Если вообще у него на это желание, это тоже покажет. Далее, если уж, как говорится, заговорили мы о таких отношениях, что ребенок, семья, то это нужно как-то потянуть, да? И способность мужчины все-таки вот обеспечить это будущее. Сможет ли он создать благотворную, комфортную обстановку для своей жены, для своего ребенка? Четвертая позиция. А здесь уже мы посмотрим женщину, да? Такая одна карта интересная. Ее интерес к своему предполагаемому партнеру, мужчине, будущему мужу. Как она вообще оценивает вот все, что происходит? Немножко, как говорится, вот ее посмотрим, да? Что же она об этом может думать, либо вот что вы можете об этом думать. И еще такая карта очень интересная. Ее способность, женская способность, все-таки родить от этого партнера ребенка, от этого мужчины, извините, будет ли вообще, есть ли способность такая родить, даст ли Господь Бог, как говорится, детишек. Ее такая сексуальная также привлекательность, да, для мужчины. Как это будет вообще в принципе выглядеть? И рождение ребенка. Существенно ли это реально так? Потому что многие как бы женятся там, ну, немногие, будем говорить. Есть люди, которые женятся, но очень подолго ждут детей, либо вообще их не могут дождаться. Здесь, конечно, очень много всяких обстоятельств, но будем рассматривать такое. И шестой совет карт. Что мы под этой картой можем увидеть? Никому совершенно неизвестно, мне тоже пока неизвестно. Вот давайте посмотрим. Сейчас я открою все карты. Я, знаете, всегда спрашиваю, готовы ли принять информацию в позитивном ключе, либо в негативном ключе информация пойдет. И я всегда спрашиваю, готовы ли люди, либо человек, кто у меня заказывает, принять информацию вот такой, какая она есть. Потому что есть такая тенденция, что люди могут обращаться и ждать только положительной информации. Когда информация выходит неположительная, то люди начинают огорчаться, обижаться, либо мотивировать себя на это, да, либо это впитывать как губку, запрограммировать все это дело, да, на себе. Но я четко говорю, что сейчас я просто показываю расклад. Просто показываю расклад, как он выглядит. Это можно просмотреть на каждом, на каждой отдельной паре, совершенно не обязательно, что ты именно сейчас от вас будешь ждать. Вот. Ну а кто интуитивно просто подсоединился, можете посмотреть. Возможно, ситуация совершенно ваша. Итак, интерес мужчины к женщине. Его мысли о ней. Я вижу короля мечей. Я вижу, что мужчина насторожен, его что-то беспокоит. И интерес у него сугубо такой принципиальный, очень принципиальный. У него есть свои взгляды на жизнь. И я так смотрю, что он не особо-то собирается считаться с интересами женщины. Он будет ставить свои условия. И по всей видимости, он так себя ведет в отношениях. Как я сказал, так и будет. Вот здесь король мечей. Он только такой и не иной, какой другой мужчина. Есть интерес, но интерес со своим интересом, интерес принципа, понимаете? Мужчина может женщине видеть также свою какую-то выгоду, которая ему очень полезна и ему очень нужна. Но более всего здесь я просматриваю эгоистичность. Человек достаточно эгоистичный, и он сам знает, чего хочет. Я не считаю, что он женщину как-то может спрашивать об этом. Ну да, есть интерес. Есть интерес. Но мечевая масть показывает, что не все здесь как-то чисто, как на самом деле мы видим. Я, честно говоря, сама бы хотела увидеть очень хороший расклад здесь. Вот. Но еще он осторожен, да, есть настороженность.
есть какие-то сомнения у него, да, даже есть ревность определенная. И здесь, знаете, как бывает? Бывает не то, что мужчина виноват, да, бывает и женщина тоже подливает маслица в огонь. Так тоже бывает. Поэтому здесь мы не можем обвинять одного мужчину. Здесь, знаете, у нас отношения чисто зеркалят постоянно. Это зеркальные отношения. Что мы излучаем, то мы в ответку и получаем. Один повысил голос, повысил другой. Один что-то сделал, и второй в ответку это сделал. Вот, как правило, так и получается. По поводу плодородия. Готов ли мужчина, видит ли мужчина, рассматривает ли мужчина свою женщину в позиции, как мать своего ребенка? Вы знаете, я в этом совершенно здесь не вижу. Очень бы хотелось, еще раз повторяю, хороший бы расклад. Может, кому-то это не понравится. Но, в принципе, посмотрите, как расклад. Не видит он здесь ничего. Почему-то вот даже вот по королю мечей мы видим, что... Я ничего, честно говоря, другого не ожидала увидеть и услышать. Хромает у нас эта часть его, как говорится, подсознания. Не хочет он пока. По всей видимости, мужчины уже... Есть какой-то негативный опыт, где он пострадал, да, по сравнению с детьми. Может, у него есть какие-то иски от бывшей жены, да, либо притязания от бывшей жены, либо от бывшей женщины. Но пока мужчина реально не готов к этому, вообще к детям, я вижу. Совершенно не готов. Далее, способность материально обеспечить семью. Это пожалуйста. Это он будет работать и имеет работу, и будет работать, будет стараться обеспечить запросто. Вообще не вопрос. Обеспечит. Даже эта карта вообще без комментариев, совершенно восьмерка пентаклей, и будет брать еще работу какую-то, и может поменять работу ради обеспечения семьи. Пожалуйста. Вот в этом упрекнуть мы не можем. Это пожалуйста. Далее. Сознательный интерес женщины уже к мужчине, как к мужу. Женщина готова. Женщина готова, женщина хочет замуж, однозначно понятно. Сундук уже переполнен пентаклями, пентакли уже валятся, женщины уже вылетают с этого сундука, у женщин терпение даже уже переполнилось. Ну когда же он наконец мне сделает предложение? Ну когда? Я хочу замуж. Эта карта четко показывает, что женщина хочет замуж. Пентакли — это фундаментальная масть, показывающая, если просто не просто деньги, просто деньги — это в раскладах на деньги. Финансовые расклады. Если в отношении фундаментальная мазь пентаклей показывает все, потому что у нее пять углов: огонь, вода, земля, воздух и высший дух. Пятиугольный пентакль всегда показывает все составляющие семейных отношений, семейного брака и все со всеми вытекающими последствиями в этих отношениях. Там буквально все. И поэтому она готова уже полностью, хочет и ждет только признания в любви, в смысле руки и сердца от мужчины, когда же он сделает ей предложение. Но он, вот видите, такой настороженный тут сидит, принципиальный. Он что-то может от нее выжидать. Может быть, она пока еще не выполнила какие-то его условия. А возможно, мужчина может быть женат по этим условиям, потому что здесь мечевая мазь показывает немножко негативную позицию мужчины. Здесь может быть все что угодно. Это мы рассматриваем, опять же, повторяя индивидуально каждую пару. Что у кого за спиной. Поэтому он, возможно, к детям-то пока не готов. Вот тут что вопрос. Поэтому к детям не готов, что-то у него хромает эта часть, повторяю. Часть этой его жизни хромает очень здорово. Какой-то удар он получил в спину, как говорится. Да, какую-то, может, подлость от женщины. Да, человек уже ученый, и он уже мечом-то уперся и сидит и думает, да, так меня просто, извините, не съедите. Я сам знаю, что хочу, я буду выжидать это время, когда мне будет удобно это время. Ну и также сексуальная привлекательность женщины, ее способность родить ребенка от этого мужчины. Тоже, вот видите, жезлы на жезлах и жезлы под жезлами. Десятка жезлов. Да готова она, готова. Хоть сейчас она родит ребенка, но не может. Вот эти трудности, которые создаются здесь, не дают ей родить ребенка. Вот в чем вопрос. Плюс эта карта говорит о том, что невозможно уже есть дети. Невозможно уже есть дети, и со всем вот этим делом встанет очень такой принципиальный вопрос. У нее уже есть нагрузка. Я не хочу детей называть нагрузками.
это радость. Дети – это цветы жизни. Но на данный момент на ней есть какая-то нагрузка. Она бы родила бы ребенка. И родит она этого ребенка, этого мужчину, что самое интересное. Есть, потому что десятка – это завершающий цикл. Родит она его. Но ей нужно справиться тоже какими-то определенными трудностями. И я эту карту всегда говорю, хотели – получите. Вот эти трудности, которые на ней есть, она создала для себя сама. И она их прет и тащит на себе все эти трудности сама. Это все про ребенка мы все говорим. И вот когда она скинет это в будущем, она родит ребенка, однозначно понятно. Но пока у них у обоих сложности. Возможно, оба в браке. Возможно. Все что угодно может быть. И здесь жезловая масть обоим перекрывает детей. Как бы они хотели бы, не хотели. Вот. Поэтому у нее есть возможность, но он пока, видите, закрылся. Десятка, еще раз повторяю, завершающая масть, она закончится и пойдет уже следующий. У нас аркан шута пойдет нулевой. Там намного легче все пойдет. Но главное дождаться вот этого, когда мужчина все-таки справится со своими трудностями, сделает предложение. Совет карт. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов говорит о том, что отношения нужно продолжать, несмотря ни на что. Расставаться не нужно. Жезлы – это огненная масть, достаточно двигательная. Нужно двигаться дальше, иметь какое-то терпение все-таки, в чем-то помочь мужчине, да? Не обязательно говорить, что он эгоист. Надо войти в его положение, однозначно постараться войти в его положение, что-то решить и продолжать отношения дальше. Расставаний здесь я не вижу. Расставания здесь не вижу. Просто возникли некоторые такие трудности. Я всегда говорю, что такое дети, да? Ну, если вы хотите пожениться. Кто-то мне говорит, а я не буду рожать ребенка. Я говорю, а вы сейчас пока об этом ничего не говорите. Почему? Потому что вы сначала поженитесь, поживите вместе, а потом будете уже на каком-то интуитивном уровне, тогда уже пара решает, нужен ли ребенок, либо не нужен ребенок. И обоих могут быть изначально какие-то трудности с этим. У кого-то с деторождением, возможно, да. С деторождением трудности бывают с каким-то определенным мужчиной, да. А второго мужчина, другого, какого-то очень можно даже и родить, вообще не вопрос. Знаете, как бывает, чудеса бывают. Просто вот не ваш партнер, не ваш мужчина, и судьба, она очень умная такая инстанция, вселенная очень умная инстанция. Почему часто не дается детей? Потому что чтобы ребенок-то не мучился в таких отношениях, но не нужно туда ребенка совершенно. Потому что такие бывают семейные драмы, что и ребенок-то сам выйти не хочет, честно говоря. Не надо ему уже жить в такой семье. Поэтому дети – это не главное для отношений в начальном этапе. А дети будете разговаривать потом. Не надо детей сейчас сразу. Родит мне ребенка на первой встрече. Ты мне ребенка родишь? Нет, я тебя не рожу. Я не хочу детей, потому что я устала от своих детей. Все, мы расходимся. Ты плохая женщина, ты не хочешь мне родить ребенка. Все это глупо и неправда, и делать так нельзя. Сначала своей жизни, пожалуйста, обеспечьте, да? Поживите, притритесь, как говорится, потому что отношения отношениями, свидания свиданиями, а семейная жизнь – это нечто уже глубинное, вот что мы здесь рассматривали с вами. Поэтому мужчина, возможно, занял и правильную позицию, что он, может быть, он имеет какой-то негативный опыт, либо какой-то вообще, в принципе, опыт. Ему бы хотелось какие-то все-таки подкорректировать эти отношения и только потом уже о чем-то решать. Денежный мужчина будет работать, будет зарабатывать. Вот эта сфера, еще раз повторяю, прекрасная. Поэтому не надо рвать отношения, рассмотрите эти отношения более в глубоком ключе. И они будут продолжать эти отношения, что самое интересное. Вот такой расклад я вам показала. Называется «Будет ли он моим мужем?» Думаю, что да, будет. Будет, будет. Так что, кому нужен будет такой расклад, либо какие-то другие, пишите мне под видео. Там есть мои контакты. Еще раз говорю, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить что-то интересное. Заказывайте расклады, кому нужны. Сделаю, найду время. Сделаю, посмотрим, разберемся по каждому человечку конкретно. Всего доброго. Спасибо за внимание, кто был рядом. Всего доброго, до связи.